Привет, друзья, на связи Грим Оптимист, и мы с вами продолжаем проходить сталкера. И как я обещал, сейчас мы с вами пойдем. Так, чем меньше мутантов бродит по окрестностям. А, возвратиться к заказчику, что я не возвратился еще, что ли? За мутантов. Блин, я, по-моему, после этого сохранялся, что ли. Ладно, черт с ним, сбегаем. Вот, сбегаем за наградой, а потом пойдем уже по делам. Ну и, соответственно, дальше по сюжету. Приветствую, наемник! Нам нужно... 4000 рублей, вот, дал он нам. Зачислить логово мутантов в азостоянках на визинке. Давайте возьмем. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Мне очень бы не помешали патроны для калаша, но покупать я их не буду. Тут какие-то совершенно грабительские цены. Я в гробу их видел. Вот, там. Так, сохранимся. Так, какие-то крошки под руками. Печенье тут ел с чаем. Все накрошил. Так. Попробуем. Я вот, кстати, так и не помню, что вот означает вот эти вот Марио. Мне почему-то вспоминается сразу Зов Припяти, а там это было... Так, понятно. Тут у нас психическое воздействие. Тушкан. Парни, как бы не кровосос там. Блин, я не знаю, как с ним справляться, если это кровосос. Ага, тушканы. Че, все что ли? Это все задание? Не, ну так не серьезно, я пойду сначала те тогда выполню. Что-то как-то бегать так вот туда-сюда. Это не совсем камильфо. Блин, у меня, кстати, проблема со здоровьем, мне бы не помешало реально нормально подлечиться. А то я, заметили, как вот в этом прохождении постоянно какой-то подбитый хожу. Покоцанный. Это как-то тоже не совсем правильно. Нас заболели! Не вижу ни хрена. С СВД вон парень. Блин, я весь покоцанный. Вроде не сильное кровотечение. Так, надо срочно обшмонать трупы. Нам нужны деньги. Задание выполнено, отлично. О, у этого, кстати, этот, винтовка, как она там называется. Кстати, довольно неплохая была. Я помню, в первом сталкере она была очень крутая. Так, окей. Так, взяли эту винтовочку. Что у него там еще есть? Пистолетик. Я, наверное, тоже возьму. Патрончики эти возьму. Патрончики возьмем, пистолетик возьмем. Еду возьмем и, наверное, скушаем сразу что-нибудь, чтобы... Так, ну-ка. И все, я уже перегруженный. Тяжелые стволы. Глушители. Разрядить, разрядить. Давайте пока... Блин, я не то сделал, что хотел. Так, это сильно покоцанное. Это давайте выбросим пока что. Так, энергетик берем. Пистолетик берем. В принципе, у меня уже все под завязку набито. Но очень уж хочется мне сдать все это дело. О, отсоединить прицел. Я оценю, мало ли пригодится. Глушитель тоже. Разрядим. Так, сколько стоит? 7500, а это сколько? Это 12500. Нет, это нам точно не надо. Так вот. Так, нет. Ладно, давайте уж перегрузимся. Зато наберем хабара. Как следует. Блин, я, кстати, до сих пор еще кровоточу. Мне бы не сдохнуть сейчас.
от этого. Блин. Ты стрелять собрался или разговаривать? Убери ствол. Так, у тебя есть аптека? Черт с ним. Торгуем. Бинтов у него нет все равно, так что тут в этом плане не помощник он. Так, это в хорошем состоянии, это в довольно плохом. Оглушитель. Я не знаю, купит ли он его. Но, по-моему, здесь от качества не зависит, все равно покупают. Так, ну-ка, братюня. Ты стрелять собрался или раз... Мне нужен бинт. Бинт нужен. Ну, в принципе, оно должно зажить, успеть. Так я вот думаю, еще что-нибудь прихватить, может быть. Эй, сталкер, с чем пожаловал? По идее, рана должна успеть затянуться. Ой, да черт, все время не то нажимаю. Вообще, перегружен в хлам. Так, 57, 59,4, вот все. Теперь надо придется это, долго идти. Ну, тут недалеко, так что дойдем. Главное, что можно все это продать, и у нас не будет проблем с деньгами. Вообще, вот то, что они сделали в ЗОВ Припяти, то, что поломанные пушки не принимают, это как бы с одной стороны, конечно, существенно усложнило заработок денег, но с другой стороны, типа, должно было добавить атмосфере. И там был такой прикол, что там очень дорогие были артефакты. Ну, как вы помните, если вы не смотрели прохождение ЗОВ Припяти, то посмотрите, у меня есть на канале целый плейлист, там много видео, 25, по-моему. Хотите, посмотрите. Так, ну, пацаны, мне бы не очень, очень не помешало... Ты это, не безоб... Сука, чего у вас бинтов-то ни у кого нету? Вы как что воюете скажешь, без бинтов? Брат? Вернуть пример гитары Сереги. Да, я беру это задание, но... Мне нужен бинт, братюня. О, что это такое? Ломать мясо, химический ожог плюс 4. Не надо мне это. Все, меня начинает колбасить. В общем, да, выкладывай. Я застал еще тут. Ничего нету. Что не заживает, оно же должно само становиться со временем, это кровотечение. Ладно, давайте на всякий случай это. Аптеку все равно придется использовать, так что. Никуда от этого не деться. Все, закончилось кровотечение. Там, короче, были дорогие артефакты, там, собирая артефакты, можно было реально на них только зарабатывать. Вот, за счет чисто неба я не уверен, что здесь такая штука есть. Выдыхается просто персонаж, и поэтому останавливаюсь. Ну-ка, на дигл можно, интересно, глушитель нацепить? Давайте проверим. Реально можно. Забавно. Оставим глушитель на дигле один. Правда, я не знаю, уменьшает ли он урон, как бы, да. По-моему, уменьшает. Так, первым делом идем к этому. Потом уже за этими, за ништяками. К Ашоту сначала сходим. Эй, подходи! Здорово, и разошлись, как в море корабли. Так, отлично, значит, продаем ему все эти пистолеты. Хочешь стать авторитетным сталкером? Желаешь всегда иметь верных друзей? Это что за патроны? Магнум оставим. Ну, нормально. В принципе, глушители... А, он не покупает их. Сколько он весит, глушитель? Полкило целый весит. Что за глушитель, который полкило весит? Что-то более тяжелое. Патроны эти, я продавать их не буду, я их оставлю. Сейчас бегаем до ящика, положим все это. Так, торговать. В принципе, мне ничего особо не надо. Бинты только, да. Пару хотя бы бинтов надо купить.
Вот, и сейчас пойдемте положим. Так, сейчас. Не, давайте сходим сначала за наградой. Я просто хочу костюмчик подкачать немножко. Пригодится. Привет, наемник! Нам нужно... 2000 рублей, это залогово. Удачи! Будет полезная информация, приходи! А то, что я тут вот эту херь защитил, мне за это ничего не дадут, что ли? Или это к бармену надо идти? Это странно. Я им помог отбить целую, там ничего за это ничего не дадут, что ли? Что, совсем уж оборзели, что ли? Я, конечно, понимаю, что вы здесь укуренные все. Так, здесь что-то для меня. Ничего нету, говорит. Вот сука, а. Ладно. Заходи на следующей неделе. Обещает такую дурь подвести. Так, пойду я, короче, сложу все, что не надо, и потом за гитарой Сереги бы еще сбегать. Так, да, тут у меня вот это стоит, лежит винтовка. Я туда выложу прицел, глушители. Ну-ка, давайте ради прикола. Глушитель, ну на автомат мне, в принципе, глушитель нафиг не нужен, это точно. Один я оставлю с собой, на всякий случай, он как бы, ну, не сильно запас будет карман тянуть. Так, и выложим патроны вот эти вот. Они... они мне вообще не нужны сейчас. Так, в принципе, так, этот ожог, этот химический ожог, этот электричество. Если вы дорожите своей свободой и хотите быть в кругу друзей, вступайте. Так, а это что такое? Свобода же. Всех, тоже ожог. А, ну вот этот надо выложить тогда. Здорово, стал. Да блин. Достаю тут. Так. Так, сведения. Ну вот опять про флешки он говорит. Так, улучшить. Будь здоров, парень. Так, что улучшать будем? Броня, кевларовые пластины. Контейнер для артефактов, ну пока хватает, как бы не особо надо. Внешняя фильтрующая система, радиохимзащита улучшенная. В принципе... Так, защищенность, ага. Тут как бы какая-то хитрая система, я помню, что. То есть... свои приколы. Но на как бы у этого костюма, у него с этими, с остальными защитами и так хорошо. Нужно улучшить именно вот это. Пулестойкость. А тут переносимый вес было плюс 5. Ну ладно, ничего страшного. Так, защищенность. Так. Прочность плюс 50. Пси-защита. Так, броня, кевларовые пластины. Я, правда, с деньгами уже не очень хорошо, но ничего не поделаешь. Так, улучшаем этот, радиохимзащита 50, прочность плюс 50, да, так. Будет нормально. Ну, в принципе, все. Денег у меня все равно больше нет. Ну, теперь, по крайней мере, у меня, я нормально защищен от этого, от... ну, вы поняли, короче, чего. От физического воздействия, скажем так. Так, ну и что, значит, нам сейчас сюда. Тут у нас что? Вернуть предмет гитары Сереги как раз там и захватить антенны. Стоянка на ферме. Все отлично. Пошли. Вперед, вперед. Потому что у этого костюма как бы нормально все, но... именно вот с защитой не очень. А сейчас как бы уже нормально. Опять я выдохся, давайте-ка употребим коктейль. Еще далековато чапать-то. Ой-ой-ой-ой, я зашел в радиацию. Опять я выдохся. Ну давай, давай, отдыхай уже.
Конечно, перегруженная довольно сильно, надо бы повыбрасывать кое-что, всякие копыта, вот это говно все. Еды тоже много слишком ношу с собой, по большому счету. Так, попробуем сейчас их всех порубить тут. Это наши. Блин, я боюсь своих подстрелить. Чуваки, спокойно. Отличная работа! Антенны у нас под контролем. Начинаю сканирование. Интересно. Гитару Сереге давайте возьмем. Так, и вот теперь нам нужно сюда. Но сначала мы отнесем гитару Сереге. Такой пришел, одного чувака снял там и все. Так, опять я весь выдохся. Так, там, в принципе, недалеко уже. Хера себе, там перестрелка. Блин, тут что-то вроде так все близко, но столько идти надо. Надо какой-то артефакт на скорость. Потому что так что-то вообще реально уныло очень. Постоянно останавливаться. Такое ощущение, как будто, я не знаю, он астматик какой-то, главный герой. Он выдыхается, за, не знаю, через 5 секунд бега просто. Так, вот я вернул. Спасибо, говорит. Получить. А, награду нужно получить, окей. Так, может, у вас тут что-то появилось? Нет. Так, пошли туда, ладно. Сохраняемся и идем. О, это не наши. Винторезы у людей, господи. Самое главное это патроны, парни. Война подождет. Наш чуть не убил его. Граната просто была. Чё-то так сдохну скоро.
Кстати, у меня теперь улучшенный ПНВ. Надеюсь, вам теперь будет лучше видно все это. Так, нам нужна аптечка. Так, или по крайней мере... Так, цветник глушитель, блин, нафиг это все. Так, ладно, не до этого. Сейчас нам нужна аптечка. Так, у этого тоже винторез. Блин, патроны просто эти дорогие, очень мне-то они нужны. О, бинт есть. Отлично. А, у меня же они с собой и так были. Вот я дурак, а. Я ж покупал их. Вот черт. Ой-ой-ой. Гранатка. Пистолетик. Пистолетик легкий возьмем. Так, у этого патрончики бинт еще один. О, у этого есть этот. Ветер свободы. Костюм. Нафиг он только нужен. Так, сохраняемся. Здоровья у меня очень мало. Бегут за мной. Так, что там нет никого или показалось? Так. Патрончики берем. Там кто-то есть, я помню. Вроде должен быть. Ой-ой-ой. Так, сохраняемся. Там, судя по всему, какая-то жесть наверху. Оружие заклинило. Какого черта оно ж новое? Можно без прицела, смотри, с ним прямо класть. Пушка все-таки вообще супер. Так, там еще кто-то есть. А, вон там, он на улице. Тут, по-моему, больше никого нету. Значит, поживиться нужно. Так, отсоединяем глушитель, прицел, разрядить. У меня просто нет, наверное, денег, скажем так, на это. Так, патроны берем. 45 килограмм. У этого патрончика возьмем. Да вы в кого там стреляете, придурки? Так, бинты берем. Там есть кто-то, я точно помню. Оп. Два. Теперь как туда спуститься, это большой вопрос. Сохраняемся. Так, я тут помню, по-моему, что-то на крыше было. И, может, мне кажется, я просто не помню. Ничего нету. А вот тут нормально спускается, а там он падал как куль с говном с этой лестницы, мать его. Так, попробуем спуститься. Ну что это как корова-то, а, падаешь? Да что ты падаешь-то постоянно? Подонки, которые положили столько наших ребят уничтожены! Вот так! Бойцы свободы! Так, блин, а где у меня бинты? Придет день, когда вся зона станет свободной! О, аптека, супер! Будешь рядом, заходи за наградой!
Да уж, не премену зайти, можете не сомневаться. Так, и теперь нам, как нам отсюда выйти еще? Вот большой вопрос реально, потому что я вообще не помню. По трубам по этим. А тут трубу, трубу взорвали, да, они взорвали ее. Сейф. Ничего нету. Ну, в принципе, не так уж плохо все. Сейчас бегаем за наградой. Патрончики возьмем. Я почему их беру вообще, эти патроны? Потому что... просто... ну, у калаша скоро закончатся патроны, нужно будет альтернативную пушку, то есть для, ну, помимо этого, да. Вот, и я как бы подумываю о том, чтобы, раз уж патронов этих куча, так почему бы и нет. Так, что там у нас? В принципе, да, дальше уже здесь догнать клыка. Ну, пойдемте до базы свободы сгоняем. Я думаю, нормально там по деньгам должно все вместе выйти. Опять я весь выдохся. Патрончиков надо будет прикупить еще. Вот этих вот 9 на 39. Для вала. Так, как обычно, традиционные эти движения перебежками, хотя и не перегружены, кстати. Я не перегруженный, просто так вот получается, блин, что восстанавливаться постоянно надо. Так, за наградой, за наградой. Потом кашоту продадим всякое дерьмо. Потом выложим, наверное, те патроны туда. А ну-ка, голубом. Куда ты меня двигаешь-то, придурок? Че вообще забегали все? Поправить здоровье. Так, 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 так. Подыскиваю, работы у него нету. Есть что для меня? Извини, говорит, у тебя пока не за что выдавать награду. Дал 1500 за гитару, ну, Сереге, а за то, что я у вас... Не раскумарились мы с тобой. Всех наемников поправить перегандошил. Да. Захочешь выпить? Подруливай. Вот, суки, а. Я всегда на месте. Так, пойду к начальнику все же. Может он что-нибудь подгонит. Ну, сначала кашоту, естественно. Ну, пока. Здорово, перья. Так, нет, спасибо. Так, вот редкий товар. У него есть универсальная защита. 100 PS3. Ну, дорого, дорого очень. Все очень дорого. Так. Я тебе один умную вещь скажу. Так, пистолет, только забирай. Только ты не обижайся. Слушай, деньги не главные. Понимаешь, да? Иди, дорогой. Короче, нихера у тебя нету. Так, выложу патрончики пока. Вот уже, видите, так не так уж мало накопилось в итоге. Так, ага. Глушитель выложим. Этот пока мне тоже не надо прицел с собой таскать. Интересно, как-то можно использовать? Я просто рацию использовал только что.
Радиус действия. Блин, я просто не знаю, как тут этой рацией пользоваться. Ее, по-моему, в оригинальном-то сталкере не было, это в моде добавили. Что скажешь, брат? Здоров! Проходи, стал. Спасибо за помощь. Я уже и не надеялся, что ты согласишься помочь. В зоне-то народ. О, бронекостюм Страж Свободы дал. В общем, я думаю, прищучили мы наемников здоровски. Тоннель, по которому они в долину перли, подорван. А надо... Вот, защитить логово мутантов возле острова. Возьмем задание. Ну, так, а чё, чё это за костюм? Поговорили. Теперь за дело. Ну, как-то не особо. Плохая защита от всего, хорошая защита от этого. Ну, пригодится, мало ли. Хотя сомневаюсь, если честно, наверное, продам его. Да что такое, вечно, блин, падаю в какие-то ямы. Слушай, повезло. Здорово, пари. И разошлись, как в море неплохо, корабли. Неплохо, кстати, стоит. Неплохо. Так, в принципе, все. Теперь уже деньжата есть в кармане, слава богу. Сейчас я хочу, короче, артефакт один взять с собой. Хотя мы еще отсюда не уходим, еще нам еще нужно мутантов там убить. Так что, почему бы и нет. Так, где там это... Ага, блин, далеко. Ну ладно. Нам деньги не помешают. Так. Опять я весь выдохся, как сволочь последняя. Блин, надо что-то, друзья, с этим придумать, потому что меня это реально бесит. Плоти. Ну, плоти это не страшно. На них я не буду тратить драгоценные патроны 9x39. Надо было вообще взять эту винтовку с теми патронами. Ну ладно. Ну давай, давай. Просто, чтобы пробежать быстро, тут радиация как-никак. Еще где-то есть. Надо было давно брать уже эти глаза, кстати. За них ведь тоже деньги дают. Возвращаемся. И после этого пойдем на свалку. Кстати, там на свалке будет один баг сейчас. Я помню его очень... Не на свалке, он будет чуть дальше, но он берет, скажем так, свое начало на свалке. Меня этот баг дико бесил в свое время, я помню. Подождем, пока восполнится стамина.
Будет там один момент. Я, кстати, так и не понял, что хотели этим сказать разработчики. Он очень странный. Я, если он будет, то сами увидите. Если не будет, я потом расскажу. Может, в моде его исправили, я же не знаю. Я бы очень хотел, чтобы исправили. Он как бы ни на что особо не влияет, но просто как смотрится тупо. Задание провалено, принести хвост псевдо-собаки. Черт. Принести артефакт огненный шар, тоже провалено задание. Ну и пошли вы в жопу. Со своими заданиями. Мне и так неплохо. Так, а куда прийти за наградой-то? Командиру. Ну ладно. Попробуем сейчас. Смотреть, что нам дадут. Ну, наверное, как обычно. Проходи, Стас. Здорово! 3000, нормально. Работы больше нет. Удачи! Будет полезная информация, приходи. Ну все, вот уже как бы какие-то деньги появились, скажем так. Ну, в принципе, можно выдвигаться, я думаю. Чуть-чуть тянуть это кота за все подробности. Идем сюда. Ничего там особо мне не надо, если надо будет вернусь. Так. Ладно, давайте на этом закончим эту серию. В следующей серии отправимся на свалку. И там уже дальше пойдем по сюжету. Так что оставайтесь на канале, не забывайте подписаться. Ставьте большие пальцы. Скоро увидимся, всем пока.